Садоводы – настоящие профессионалы своего дела. Труженики крупнейшего сада в Европе отметили день рождения сад-гиганта. Это предприятие – визитная карточка Славянского района. С подробностями наши корреспонденты. За свою почти вековую историю сад-гигант стал самым большим садом не только в нашем регионе, но и во всей Европе, имея тысячи гектаров плодовых насаждений. С производством до 78 тысяч тонн фруктов в год агрофирма заслужила славу передовика отрасли не только на Кубани, но и в России. Слово «гигант» с годами сохранило свой смысл и предназначение. Приглашены на праздник в честь юбилея предприятия были те, кто многие годы приумножает богатство Славянского района. Те, для кого работа стала смыслом жизни, настоящие профессионалы своего дела. Поздравления труженики самого большого в Европе сада принимали от председателя законодательного собрания Краснодарского края Владимира Бекетова. В 80-е годы в Краснодарском крае осталось 600 крупных предприятий, и в том числе сад-гигант. Сегодня я могу сказать с сожалением, что из этих 600 единственное предприятие – это сад-гигант, который не изменил своему направлению, не уступил совершенно вот тех достигнутых результатов, которые есть, а наоборот – он развивается. Он стал не только лучшим и самым крупным предприятием в России, но он стал лучшим предприятием в Европе. И вам за это большое спасибо. Главное богатство сад-гиганта, конечно, люди, трудолюбивые, знающие свое дело. Это отметил в своем поздравлении глава Славянского района Роман Синеговский. Как глава района я благодарен руководителю фирмы Александру Анатольевичу за те социальные гарантии, которую он обеспечивает труженикам, высокую организацию охраны труда, достойную заработную плату. Агрофирма «Сад-гигант» – наш постоянный социальный партнер. Они так же, как и местная власть, заинтересованы в том, чтобы быть всех жителей района был комфортным. У нас общее представление о будущем нашей страны и общие планы. Цели, которые мы ставим перед собой, это цели, которые разделяет абсолютное большинство наших людей. Высокие показатели и достижения предприятия были бы невозможны без трудящихся здесь людей. Именно они, по мнению руководителя хозяйства Александра Кладя, и есть гордость сада-гиганта. Самоотверженный труд тех людей, которые начинали это детище, сотрудничество с наукой, в общем, изучение передового опыта позволяет вот на протяжении 85 лет быть лидером в отрасли садоводства. Возглавляет сад-гигант вот уже более 20 лет доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства России, герой труда Кубани Александр Кладь. Об Александре Анатольевиче можно сказать только одно – это настоящий профессионал своего дела. И во многом именно благодаря его умению руководить, идти в ногу с современной наукой, предприятие достигло таких высот. За вклад в развитие сельского хозяйства Александр Кладь удостоен звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Когда 80 лет назад создавали сад-гигант, мало кто верил, что предприятие проживет столь долгую жизнь, да еще станет таким крепким и экономически устойчивым. Природные катаклизмы неоднократно уничтожали сады, но благодаря упорству и трудолюбию работников хозяйства оно вновь возрождалось, становясь год от года только сильнее. На празднике были вручены труженикам заслуженные награды. Многие работники хозяйства получили благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также губернатора Кубани Александра Ткачева. Продолжился юбилей садоводов праздничным концертом лучших творческих коллективов Кубани. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».